Уважаемый Эмомали Шарипович, дорогие друзья, позвольте мне приветствовать вас и представительную делегацию на белорусской земле. Наши ежегодные встречи становятся хорошей традицией. Символично, что нынешний визит проходит важные, ответственные дни завершения вторых европейских игр, а также накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня во время встречи с Эмомали Шариповичем мы еще раз убедились в схожести подходов к оценке глобальной и региональной ситуации. Минск и Душанбе традиционно оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках. Я убежден, что так будет и впредь. По завершении переговоров нам предстоит подписать знаковый документ – договор о стратегическом партнерстве. Он является закономерным результатом выстраивания дружественных, по-настоящему конструктивных отношений. Его воплощение в жизнь придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям. Между нашими странами нет закрытых тем для сотрудничества. С президентом у нас полное взаимопонимание. Если мы договорились, все исполняется в срок. Это подтверждает реализация инициативы по закладке в Беларуси садов белорусско-таджикской дружбы. Первый участок, выделенный под сад в Брестской области, практически освоен. На подходе закладка второго в Гомельской области. Сады станут символом крепнущих связей двух государств. И не только символом, мы об этом только что говорили. Мы сейчас в связи с катастрофическим изменением климата начали искать новые виды продукции, которые производят на юге, в том числе и в Таджикистане. Погода позволяет у нас на юге Беларуси соответствующую продукцию производить. И думаю, что Таджикистан в этом плане нам окажет серьезную поддержку и помощь.